Девчата тут пойдет. Кексы мне помогают делать. Да, тесто мы вместе торчалка, замесили. Потому что Артемка там не хочет спать. Да, Артемка вот у нас сидит, тут не хочет спать. Так, он же пойдет, да, половина? Да. Аккуратно ставь за края, прям бери вот так и ставь. Следующая будет желательная. Я решила тут попробовать рецепт шоколадных кексов. Вот, сделала 20 штук. Пока еще не пробовала, они только что из духовки достала я их. Вот, и сделала опять тесто, но мне что-то кажется, что оно как-то плоховато подходит. Формочку. Хочу на Wildberries посмотреть формы такие. А эту, не знаю, куда деть, потому что она вся такая сыпется. Не знаю, или Колю попросить, он ее очистит. Заказать, в общем, себе формочку для хлеба новую, хорошенькую. Вот. Тут готовлю я спагетти с фаршем. В принципе, вот так. Мои уже все спят, уже ночь. А я готовлю, чтобы никто мне не мешал. Вот так вот. Такие вот дела. Сейчас спать уже пойду. Я хочу сейчас попробовать один кексик. Как вообще он у меня получился, не получился. Остужу его. Как раз налила себе чай. Вот. И буду кексик пробовать сейчас. Вот такой вот он получился. На вкус еще пока что не пробовала. Кривоватый, конечно, немножко. Не знаю, посмотрим сейчас, как на вкус. Чуть-чуть подостынет. Кексик остыл. Вот такой вот внутри он получился. Очень классный. На вкус, кстати, такой в меру сладкий, в меру шоколадный. Я думала, будет горчить. Оказывается, очень даже неплохо получился. Девчонки, я думаю, будут рады. Встанут когда? Утром. Поесть такой вот шоколадный кексик с молочком. Они подостынут еще будут. Более-менее вкусненькие. Они горячие. И не особо ощущается вкус. Но чувствуется, что они такие прям шоколадные. У меня получился целый пакет шоколадных кексиков. Всем привет. Тёмка спит. Такой милашка. А мы сейчас хотели сходить в Алтендар. У меня закончился порошок, а стирать надо. Сейчас мы покушаем пельмешки и сходим в магазин в Алтендар. Купим все необходимое. Дрожжи у меня закончились. Вот, с Артемочкой заодно погуляем. Такую зайку. Я, кстати, приболела тоже. От девчонок, наверное, заразилась. Нос не дышит. Так что еще нужно в аптеку зайти. У нас капли есть. Они у нас закончились. Лечиться нечем. Я уже второй раз сделала эти, как они называются, кексы шоколадные, вкусные, девчонкам понравилось. Мы вышли на улицу, на улице жарко, 25 градусов. Пойдем. Сейчас сходим в магазин. Артемку одела. В один комбинезончик. Но он с начесом. И пеленочкой закрыла его от солнышка. Колясочкой маленькой. Удобно. Мне порошок нужен. Порошок закончился. А стирки полно. Вот сейчас пойдем. Покупать. Порошок Тайд хочу купить.
говорят, все хороший порошок. Не знаю. Артемку заинтересовала машинки, да? Рано ему еще машинки. Солдатики. Домашний кинотеатр можно устраивать. Пойдем, Регин. Не надо нам. Не надо. Пойдем. Не надо, Регин. У нас дома очень много мягких игрушек. Ты что? Вроде бы, да. Ну, чуть-чуть прям большевато. Тут спят, и все. Ну, это подрегулироваться может. Куда ты поехала? Нормально. Будете гулять, кататься. Это надо будет шлем одевать. И вот в Паркирово как раз поедем, можно будет кататься по очереди. Кто-то на самокате, на складном, на большом, а кто-то на роликах. Я да? На роликах, на самокате. Угу. Эх, Артемка. Когда Артемка вырастет, он будет на этих кататься. Да. Такие вот ролики нашли. Короче, они стоят 9,370 сейчас по акции. 34-37 размер. Здесь еще синие есть. Может, синие возьмем? А розовые маленькие. 29-32 всего. 9,37. Что, берем? Да. Миланки должны. Миланки подойдут, как ты думаешь? Миланки, мне кажется. И мне тоже. Надо раздвигать, как минимальный сейчас размер стоит. Не знаю. Ну, а как их раздвигать? Ну, там сбоку кнопочку тоже пуш. Сними. Это да, верхнюю регулируется, а вон пуш кнопочка там снизу, да, регулируется. А вон она как раздвигается. Ну классно. А это самая маленькая, да, была? Самая большая. Угу. Давайте возьмем. Прикольно. Классно. Можно даже двое взять. Да. Все равно в выгоде будем. Одни синие, одни желтые. Да не надо, одни возьмем пока, попробуем. Если понравится, потом если вдруг что, тогда вторые возьмем. Тогда можно сегодня не гулять? А то вдруг они какие-нибудь не такие. А мы двое наберем сейчас. Самокат. Еще Артемке останется. Ну, вот так у вас есть один большой. Да. И ролики будешь давать ему смотреть. Да, вот теперь у вас будет такой тандем. Еще тем более, видишь, как классно. Гуляй, не хочу все лето. Катайся. То на велосипеде, то на самокате, то на роликах. Мы пришли домой. Папа нам принес продукты, сам уехал на дачу. У нас тут, блин, целый этот парковочный центр, блин. Тут коляска стоит, тут коляска тут стоит. Ты обунь ролики нормально, расстегни сначала все, там вытащить, наверное, надо все. Поэтому надо стульчик какой-то с собой брать. Не знаю, там смотри, там эти надо вытащить, видишь, я вытаскивала вот эти. Поправить все, язык поправить надо.
Все. Язык поправить надо. Вот эту штуку вытянуть надо. Вот эту штуку отлепить надо. Осторожно, не сломай ничего. Потом одевать. Вот, теперь залепили липучку, потом будешь вставать. Не вставай, сейчас ты не сможешь встать. Липучку. Не вставай, сейчас упадешь головой и ударишься. Да, вот эту штуку поправь и вот эту штуку затяни, захлопни просто. Нет, вот эту. Сейчас я вот эту хочу. Вот так, туда ее. Пристегни, а то я не пристегну. Нажми ее. Или она пристегнулась? Да. Пристегнулась. Так, застегнуть, щелкнуть должна. Во. А это не надо шнурки, это просто, это потом зашнуровать. Просто пока завяжи на это, чтобы они не мешались. На узелок. Мы тут с Артемочкой. К стенке. Держись за что-то. Ноги ровно надо. Видишь, ты не затянул нормально. Затягивать надо по ноге, чтобы ровно все было. Регина, сейчас упадешь. Я прям боюсь. По стеночкам ходи. Они все едут. У тебя, видишь, на одной ноге только сзади тормоз есть. На правой ноге тормоз. Да. Просто назад делаешь так ногу. Назад ногу делаешь. А вторую не надо делать ногу. Назад. Где? Да там, господи, маленький какой-то. Все, снимай давай, а то упадешь. А как на них-то ездить? Они не ездят нифига. Как не ездят? Вот так, вот, раз. Вот, да, вот так. Они не ездят. Потому что не по линолеуму, наверное, надо ездить. А по дороге осторожно. Ты так сломать можешь, Регин. У тебя ноги, видишь, кривые. Их надо затянуть хорошо. Не делай так, сейчас сломаешь, говорю. Артем Ириску преследует. Ой, Ириска, какая интересная киса, да? Ой, интересная киса. Да. Надеюсь, Артем, она тебя не поцарапает. Ой, уползла киса, упрыгала, да, Тем? Все, нету кисы. Уползла киса. Вот так. Мы уже пришли домой. Уже показывала я, кстати, что мы домой пришли. А, в общем, я сейчас буду показывать, что мы купили. Первый пакетик. Мы купили чипсы, это просто для фильма, там, все вместе смотреть. Да, все вместе кино посмотрим и чипсы поедим. Кроме меня, конечно, я не буду чипсы есть. Буду. Нет, я не буду кефир, есть. Кефир, кстати, это село зеленое берем. Классное очень. Лимонад. Взяли еще квас, мы взяли, но папа его забрал на дачу. Да. Это спагетти. Ловать спагетти. И Ирискина еда. Сейчас еще один будет. А, нет. Еще есть. Туалетная бумага. Две должно быть. Еще я взяла вот такой вот порошок. Тайд. 2,5 килограмма пока что. Вот. Туда. А это надо было поставить. Не поднимай вот только. Туалетная бумага. Угу. Молоко мое взяли. Майонез взяли. Угу. Бананы взяли. Яблоки взяли. Регина мне помогает разгружать пакеты. Лук взяли. О, папа много лука взял, аж на 770 тенге. 2 килограмма лука здесь. Взяли еще вот тут, как там называется? Это разрыхлитель, это я сейчас кексики делаю, ванилин, разрыхлитель. Ванилин. По 50 тенге нашла. Дрожжи еще взяла, у меня закончились дрожжи. Кстати, сейчас покажи дрожжи, какие я взяла. И корм риски там. Сейчас я покажу, что мы берем. Вот ириски корма 3 жидких. Угу. Она у нас его обожает.
Да. Вон она уже. И понадобилась туалетная бумага. И дрожжи вот такие я беру. Мне нравятся классные дрожжи воронежские. Они очень хорошие. Очень хорошие. Прям очень хорошие. Прям да. Пью. Эх, Артемка, наяривать теперь будет, да, Артем? Своим молоточком. Он еще его и грызет, и стучит. Что купили? Купили мороженое. А что два? Почему два? Потому что папа сказал, что мне не то, что маму будешь рать. Открывайте. Тут нормально, одно рядит. Срок годности смотрели? А тебе? Вы когда-то такое пробовали, по-моему? Мам. Шинлайн. Маленькое такое, да? А сколько стоит? Сколько? Одна штучка 320. Нифига себе. Молоко, наверное, подорожало, поэтому 320 тенге белочка. Нашла носки, 5 штук здесь. 68. 1300 всего. 5 пар. Классно. Затарилась дома. Домой приду, покажу, что я купила. Там все такое по акции классное. Папа нам сегодня привез с дачи тюльпанчики. Вот такие они закрылись. Когда он приносил, открытые были. В детский мир ходила сегодня. Показывала вам. Вот купила там салфетки такие вот. Бэби-гоу 120 штук. Не надо открывать. Потом вот такую вот лодочку. Артемочки. Все по скидочке. Классно прям. Потом перешку, яблочко. Сейчас хочу ему дать попробовать яблочную перешку. Потом такие вот ушные палочки. Мне Артемка на руках, что Регина мне помогает. Ты выключи вот это, пожалуйста, свое. Короче, ушные палочки тоже по 300 тенге по скидочке получается. Сколько штук у нас? Сколько там штук написано? Не написано, сколько штук? А, 200 штук. И вот такие вот носочки. Тут 5 пар за 1300 получается. Классно вообще. Ну и там в аптеку мы зашли, купили капли в нос от насморка. Вот купили такие вот Рина Марис. Я такие беру. А что она мне дала 2 плюс? Мы же 6 плюс брали, а тут 2 плюс. Ладно. И вот такую ромашку пустышку взяла. Не знаю, будет, нет у нее. Она такая длинненькая. Попробуем. Потому что наши все, которые у нас были, маленькие. Вот Артемочка. Игина, выключи или иди отсюда. Вот Артемочка, пустышечку тебе взяла. Розовая, правда. Но ничего страшного. Для дома пойдет так. Для успокоения зубки поточить. Да, Артем? Да, тебе тоже надо, Ириска. Тебе тоже надо сосочку? Ну. Сейчас я ее помою. И Артемочке дам. Артем, надо сосу? Она розовая, правда, но ничего страшного. Надо сосу? Возьмет она ее, интересно, или нет? Она такая длинненькая. Выплевывать будешь сосу? А то наши уже маленькие. И это. Так вот, может, он будет с ней играться. Ой-ой-ой-ой-ой. Понравилось, наверное, да, Соса? Понравилось погрызть? Такая Сося, да? Грызть, наверное, жует ее. Ой, как вкусно, да? Жуешь? Ой, подавился. Она, да, она длинненькая. Будет твоя игрушечка. Стоит копейки. Она 300 с чем-то тенге всего. Ну, я думаю, как игрушечка. Нормально сказать, а у меня все голубое. Так. Артем. Он ее жует, как жвачку. Покажи, какие там есть. Вот он, молоточек Артемкин такой вот.
Покажи, Артем, молоточек свой, покажи. Ой, какой он радостный. Понравился ему, кстати, молоточек. То, что он маленький, даже прикольно. Офигеть. Вот, любимое его дело, он это любит. Стучать, даже еще и звук есть, и мягенький, классно вообще. Супер-пупер молоток, да, Артем? Погрызть козю можно, да, Тём? О, боже мой. Все сразу хочется, да? И погрызть, и постучать. Что тут за альбом пришел? Есть такой альбом, в общем, можно... Короче, руками ползает, ногами не помогает. Артемка у нас ползает на коврике за этим. Мы тебе будем ползать, а руки будут сильные, как мне даже, да? Для такого Артема будет руки. Короче, здесь можно имя его собрать. Даже месяца есть. По месяцам можно наклейки наклеивать. Короче, такое прикольное. Купырочка. Какие-то пометочки. А вот. Ну, это нужно было заказывать, когда еще не родился, наверное, да, смотри. Меня зовут, дата рождения, время, вес, рост, знак зодиака. Мамочка, привет. Типа, можно было сфоткаться с этой вот открыточкой. Ну, это обычная вас такая вот брошюрочка. Вами дела вообще. И сам альбом. Сейчас я его достану. Вот так альбом выглядит. Первый альбом. Ты наш мир. Книга. Снимок УЗИ. Да, ты снимок УЗИ. День, когда мы узнали, что ждем тебя. День, когда мамин животик впервые пошевелился. Животики у мамы. Мы ласково называем тебя как. Фото 10/15. Значение имени, какие еще были варианты. Короче, прикольно. 10 месяцев, 4 месяца, 3 месяца, вес, рост, короче, ты любишь, ты умеешь, фотка. Десять на 15. Классный альбом, короче. И Артём, который игрушки играет. Достанем, а то он сейчас весь его изъелозит там. Ура, допос, молодец. Молодец, Артемка. На, скажи, пап, еще кидай.